30 июля состоялась творческая экспедиция в Свияжск, организаторами которой выступили Институт дизайна и пространственных искусств и Институт международных отношений Казанского федерального университета. Сотрудники университета вместе с детьми посетили остров Град, в ходе чего узнали об истории этого места и его ключевых архитектурных памятниках. Программа мероприятия никого не оставила равнодушным. Визитеры посетили музей археологического дерева, поучаствовали в творческом мастер-классе, которые прошли в уютных интерьерах и внутреннем дворике дома Крылосова, памятники архитектуры республиканского значения. Отметим, что ключевой задачей экспедиции было сохранение семейных ценностей с помощью совместного времяпровождения родителей и детей. Карина Саяхова, Универньюз.